Всем привет, с вами Апельсинчик ТВ. И сегодня мы будем снимать видео про Аватарию. Мы будем ходить там по разным работам, там локациям. Первое, куда мы пойдем? Мы пойдем сначала визажистом работать. Вот мы и в салоне красоты. Давайте же будем изменять внешку. Для начала начнем с глаз. Сделаем вот такие глаза, красивые. Потом брови. Губки. Теперь прическа. Я сначала буду вот... Мне нравится вот эта прическа. Вот так вот мы будем выглядеть. Тени надо убрать, я думаю. А как вы думаете, пишите в комментариях. Румяна, думаю, можно убрать. А сразу сердечко поставить. Красота! Теперь все заново. Начинаем с каких-то там красивых глаз, вот таких типа. Типа каких-то таких. Я ставлю вот такие вот губки. И возьмем прическу Жозефини. Да, вы знаете канал, это Анна Бар. Итак, румяну можно не ставить даже, а стразы можно сюда повесить. У нас всего там будет 5 вариантов. Делаем такие глазки, ну, типа такие оранжевенькие. Брови будем делать вот такими. А губы такие. Нет, такие. Вот, да. Нет, не фиолетовые. Вот такие вот губки оставим. Прически вот эту возьму. Красивая. А вот это просто убогство. Так. Поставим такие стразы, вот стразы, готово. Это у нас третья была, сейчас четвертая будет. Возьмем, пожалуй, уж вот эти глаза. Брови возьмем. Вот это уж точно я не буду брать. Вот. Вот так вот поставим. Это можно, в принципе, не брать. Сердечко-то очень красиво смотрится. Теперь надо будет какие-то глаза выбрать. Вот такие, что ли. Гляньте, как изменилось красиво. Теперь возьмем какие-то, ну, такие брови. Не, возьмем какие-то такие. Теперь губы возьмем. Вот эти вот возьмем, давайте. Посмотрим, как будет смотреться. Не, губы как-то не очень. Вот так вот, например. Так, красиво. Ну, типа там, вот так. Нет, розовый. Так, розовый. Или все-таки так. Нет, лучше голубой. Тени вот такие возьмем. Не очень-то огромные, вот такие оранжевенькие. Почти незаметно их. За серебро какие-то стразы не такие.
Возьмем вот этот стразик. Это у нас уже пятая. На визажисте все. Пойдемте-ка. Фотограф. Итак, мы уже пришли и будем делать всякие там фотографии. Но покупать мы это не будем за фотопленки. Потому что. Так надо. Ну и теплую воду продолжим. Короче, идем в другую фотографию. Итак, все-таки у нас тут приняли. Давайте добавим друг котенок. И вот это. Добавим. И Александру. Все. А это кто? Ну, она отказала, действительно, как же и нет. Так. Хотя так никогда не понятно. А, это теплолет. Теплолет придет. Да, придется тут все одно делать. На одну персону. Типа тут она летает. Канан Варвар. Она тут главная персона среди всех. Ну, у меня есть VIP-статус, так что... Да. И тут везде золотом засыпано. А тут уже трон. Типа она тут сидит. Какую позу выбрать? Не. А это что такое? Ну да, типа она держится. У нас там за окном дворники подметают. Вот тут повесим это. И вот тут. Думаю, что этого уже не надо. Топор ей нужен. Так, давайте ей в руки это дадим. Типа она взяла в руки. А вот этот уже у нее тут мечик лежал. Мечи лежали. Да. Теперь давайте отпразднуем Новый год. Теория. Давайте теорию сюда добавим. Снеговик, саночки. О, уже теория. Теплый лед и теория. Они будут отмечать Новый год. Типа они за ручки держатся. Ну и, собственно, звездочки. Вот так вот. Елочки. Кто елку двигать, я не знаю. И тут следы были наши. Ну, ихние следы. Да, ихние. И все. Отметили. А это что такое? Тут должен канал стоять. А теплый лед такая воображала, типа. Где этот кубок? Как его... Как его взять, я не знаю. Типа, ну, тут стоял какой-то чел золотой. А тут... У меня нет на это времени, но сохраним это в альбом. Угу. Так, ну, типа... Она выходила, а она за ней следом. Блин. Ну, типа не толкались они. А в чем прикол роз? Окей. Одну поставим, розочку и все. А вот тут уже машина приехала. Сама отказала и еще и хочет меня сфоткать. Окей, опять теория. О, она приняла. В общем, давайте попробуем отправить их сюда. Теплый лед будет заниматься здесь. Она будет поднимать гранде.
гантелью, собственно, вы поняли. Хватит меня фоткать. Тут гантели лежат какие-то такие. Блин, чего вы меня фоткаете? Подписчицы, что ли, мои? Узнают меня, узнают. Конечно, да. Ну, типа, она будет бить его. А это... Не знаю, куда девать. Блин, явно не сюда, а вот сюда куда-то. Опять. Блин. Блин, ладно, вот это уберем, потому что, блин, хватит меня фоткать. Ну, она типа бежала как-то, не знаю, потом с этим разберемся. Она уж точно. Выбираем позу. Ну, она типа бежала. Да, бежала. А тут батут, типа... Я закрыла просто. Проигнорировала. Блин, опять. Вот так вот. Ну, дальше уже, наверное, закончим. На пляже. Или так закончим. Окей. Я возвращаюсь домой. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами была Апельсинчик ТВ. Всем пока.